Андрей, городские спрашивают, что в деревне происходит. Там у Сани сено воруют. Ух, ягода малина. Так, значит, что хотел рассказать, ребят. Эх, сено ты мое, сено. Ты купил за 1000 рублей медный, двухрядный. Начал выкашивать новый участок. Смотрите, врезался в бетонный, ну, какой-то часть блока, да, часть столба. И вот новый нож. Вот что с ним случилось, смотрите, как. И все. И вот тут, если видно, вот он, трещины пошли. Ножи вот такие покупаю на Авито. У мужика свое производство, делает из стали 65Г, как говорит, и закаливает на ТВЧ. Хотя вы видели, что с ним происходит. Ну, вот в этом сезоне пробую такие. Это так, просто за кадром. Вот косил, блин. Трактористы тут яму наворотили, вот те как раз мульчеры. Блин, тут бревно какое-то. Видимо, вот этот столб лежал бетонный. Ну вот, засандалился, не мог выехать. Пришлось снимать косилку. Косилка тоже он вся в земле. Плея серьезная. Ну что, сейчас буду это крутиться. Что надо, докосить вот осталось. А так вот, смотрите, какая. Ну все выкосил, считай. Окучиваю картошку, пока сено сушится. Конечно, посадили кривовато. Ну, вот такая картина получается. После окучки. Я не знаю, на камере как-то не очень симпатично выглядит. А так вроде вот все окучивается. Это я один проход всего лишь сделал. Сорняков не так много. Обработали лазуритом. Еще по земле, по почве. Ну и вот так сам окучник выглядит. Все предмобасы снял. Ладно, продолжаю. Следующий день. Приехал ворошить сено. Вот смотрите, как красиво получается. Тут густая трава. Прям смотрите, поднимает. Она уже шелестит. К вечеру луковать буду. Так, следующий день. С утра слуковал. Вот такие тюки получаются классные. И первая поломка. Дядя Саша сказал, пожирнее делай волки. Он не смог проглотить. Ну и как на любом приспособорщике, вот редуктор с маховиком соединяется болтом. Вот М8 сейчас вот, ну вот такой нашел. Сейчас буду соединять и продолжать. Здравствуйте, Миша! Я включил! Не поднимать, то нельзя, я думаю, ну вообще. Ух! Что, сразу тюкуем и вот сразу загружаем. На память снимаю. Машка бежит. Машину забиваем. Набиваем. Остатков, конечно, оставил, соплей много. Волки широкие слишком сделал. Сейчас до ночи будем собирать. Так, ребят, доброе утро. Смотрите, клубнички какой набрал с утра пораньше. Сейчас выдвигаюсь в поле уже. В рядах у ремонтантной малины посадил кукурузу. То есть малину мы будем где-то в сентябре, октябре собирать. А кукуруза, надеюсь, в августе. Вот такая у меня рассадная кукуруза получилась, красавица. 3 дня назад обработал кромамидом мочевиной. 200 грамм на 5 литров воды. Она хоть у меня цвет приобрела, была вся светлая. У нас, видите, заморозки. И 4 градуса ночью было. Несколько ночей, поэтому чувствовала она себя неважно. А сейчас прям... Ух! Кстати, меня тут дрозды одолевали. И смотрите, что придумал. Повесил. Это стеклоарматура и шарик и новогодняя гирлянда. Вот так летает, светится, блестит. И на самом деле птиц стало меньше. Только трясогузки не боятся.
А вот вся вот эта дрозды, галки, фигалки уже не одолевают. Потому что малина скоро будет. Вот у меня сорт Зюгана, ремонтантная таганка. Мария Сергеевна коров выгоняет. Так, расклад какой, смотрите. Вчера собрали вот такой объем тюков. Вы спрашиваете меня, сколько нужно одну корову на зиму? Примерно 250 штук. Вот он объем. Вот 250 штук. Приехал на поле, вроде настроился. Вот смотрите, травостой такой. Вот тут сено прям, ну прям зеленое-призеленое. Кайф. Так, значит, что хотел рассказать, ребят. Будете спрашивать вопросы по шпагату. Шпагат использую Flex 500. В этом году запас купил 80 километров. Значит, двух бобин хватает на 1000 тюков. Вот смотрите, у меня как раз подходит тысячные штуки. И вот связал узелками, не знаю, пройдет, не пройдет. Вот попозже вам расскажу. Ну, так установил 4 бобины. Работаем, 2000 тюков. Вы, наверное, уже написали комментарий по поводу болта с резьбой. Да, он долго не отходил. Вот начал ставить вот такие. Прям хорошие. Но это старый владелец мне оставил. Вот видите, шестигранник. Вот они ходят. Ну, либо такие. Так, по поводу того, что говорил, трактор греется, ребят. Ну, все началось с того, что я в прошлом году начал греться с косой. В итоге продал старый радиатор за 5000 рублей на Авито и купил за 1000 рублей медный двухрядный от москвича. Вот так он сюда встал, сварил рамку. Ну, вот как выглядел старый в сравнении. И вот этот, он немножко отличается, немножко в ширине. Ну, где-то что-то выступает, где-то вот я капот подобрезал. Диффузор этот с вентилятором стал родной. Ну, я вам скажу, что улучшилась и продуваемость. Он хоть вроде потоньше, но ну, работает вроде. Я доволен. Ребят, 1000 рублей. Новый радиатор, кстати, на него стоит, по-моему, 14. Так, ну все, я поехал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 волков у меня где-то метров по 300. Густых, хороших. Сейчас быстренько бах-бах-бах. За час-пол. И домой. Насчет тюков кривых, небольшая информация. То есть, когда вот тут такие диагональные, вот сейчас у меня вот шли, раз, такие кривые. Хотя я себе заготавливаю, мне не столько важно там красота. Смотрите, берем, например, вот этот угол у нас слишком растопыривался. Берем этот рычаг, закручиваем на 3-4 оборота. И вот раз, все у меня ровненько уже пошло. Красота песни. Сено божественное, ребят. Работаем. Вот из 500 рулонов в среднем я заметил, 2 либо не завязываются, либо вот что-то такое аккордеон вылезает. У меня, видите, гармошка какая, не знаю сколько она, метр полтора что ли. Узелки-то, видите, завязываются, вот, все отлично, вообще все ровненько как нужно. Один конец длинный, другой короткий. Вот такое сено. Ну сейчас покажу вам, как мы его обратно засосем. Крест-подборщик, особо не напрягаясь. А где вторая эта веревка? Скорее всего, он не завязался, вернее, не то, что не завязался, а второй веревки просто нету. На одну, на один бок. Сейчас мы вот сосем эту кучку. Вот такие красавцы, смотрите, все поле усеяно. Но подходов, так сказать, не оставлять. Все, я закончил. Красота-то какая! Эх, сено ты мое, сено! Домой приехал, посмотрел. Видите, бобина-то у нас закончилась. И узелки, значит, у нас хорошо прошли. И тут чуть-чуть осталось. Красота-то!
Это в помойку. У Варвары Александровны тут и горка, и качели, и бассейн, и шатер поставили. Ну как ты? Пуговицы, про тебя все спрашивают. Говорят, как Варвара поживает? Она прячется от всех, да? Играет. Кто там в домике? Кто? Кто? Сидел, ждал, пока грузчики освободятся. Соседка другой соседки. Там у Сани сено воруют. Вот приехал. Никто ничего не ворует, никого нет. Вот пришлось крайний ряд, который вдоль асфальтированной дороги, убрать. Чтоб у людей соблазнов не было. Так, сейчас приеду домой. Меня просили длину тюка померить. Так, ну что, бобрусь кагра. Вот три тюка достал. Разгружаем прицеп, уже вернулся. Сейчас померим длину тюка. Но они разные, говорю, вы видели то, что можно и по 1.5 метра их делать. Вот какие у меня получаются. Начало, конец. Типа 82. Наверное, 80. Вот еще один. Ну, этот чуть-чуть поменьше, наверное, 77 получился. 75. Короче, получается 75-80 вот я делаю. Так вот в среднем сейчас посмотрел. Они, в принципе, все одинаковые. Лопух. Я лопух из страны растений. Я тебя сейчас съем. Хоть бедная несчастная. Трогать-то не надо. Дядя, никто. Дядя врач. Андрей, городские спрашивают, что в деревне происходит. Как всегда. Доится спокойно, дает, не брыкает ничего. Ягода малина все в душе спалила. Ягода малина. Та-дам, та-дам. Ну как? Нет. Вечер того же дня. Поменяли узбеков. Те попросили теперь 20 рублей за тюк. Говорят, тюки у тебя тяжелые. Вот. Теперь с другими работаем. Как обычно, штук 100-110. Почему говоришь, столько сен теряешь? Вы видите, вот это холм вот такой, который вот едешь, кочешь, рух и вниз. И тут все поле вот такое кривое. Уже закат. Добираем остатки. На самом деле уже бы хватит, иначе это будет последний день сентая. Больше ста! Восемь. 9, 10. Все, ребят, доброй ночи. Мой ужин. Шаурма домашняя. Ух! Обед. Тихо. Бою, бою, не бою. На краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Тихо, папа.